Сегодня в 1:00 ночи на улице Белинского возле 152-го строения неустановленный, но, видимо, хорошо разогнанный автомобиль снес 41-летнего мужчину. Благо, не на совсем, но очень тяжело. У пострадавшего травма черепа и перелом бедра. В очень нелегком состоянии мужчину довезли до 24-й больницы, а его оппонент, автомобиль, предположительно светлые «Жигули», «пятерка» или «семерка», удрал. И вот поучительно что. Сами моменты сбития пешехода всегда одинаковы. Металл встречается с кожей, мясом и костями и побеждает. Гораздо любопытнее, что этому предшествует. Сегодня ночью история была такая. Сидели в кабаке трое. Сбитый мужчина, его жена и ее подруга. Посидели, выпили, собрались домой, стали ловить машину. А состояние такое, что ловить мышей не получается. А тут еще арбузная корочка на дороге. Черт побери. Мы хотели поехать домой, а, видимо, машину она ловила, подруга моя, и не успела поймать. Ну как, она успела поймать машину, так как, и мне говорит, типа того, что поехали домой, все, мы домой хотели поехать, и не успела, не успел он перейти дорогу, его машина сбила.